Привет всем! Мы продолжаем нашу рубрику «Толковый словарь буддизма». И сегодня я хочу, по возможности кратенько, поговорить о возможных объектах поклонения в буддизме. Ну, наверное, наиболее очевидный кандидат – это Будда. Вы помните, я об этом уже говорила и повторю еще, наверное, сотни раз, что Будда Шакьямуни у нас не уникальный, Будд много. Хотя бы даже в нашу кальпу, то есть в эру человечества, Будд должно быть 5. Их уже было 4, и будет еще один Майтрея. Он пока еще не совсем пробудился. А уж если взять вообще, то их было очень-очень-очень-очень много. Еще будет очень много и вообще. Я неоднократно встречала такое мнение, что Будды исчезают из этой реальности, входят в нирвану и больше вообще никак не коммуницируют с окружающим миром, и поэтому поклоняться им не имеет смысла. Ну, не совсем так. В разных школах есть разные представления о том, насколько вообще Будда, именно уходя в нирвану, отрывается от этого нашего мира. Есть, например, даже мнение, что никуда он не отрывается, он переходит на новое, новую ступень бытия и вполне себе в этом мире остается. Но даже если мы берем по максимуму и считаем, что да, действительно, до Будды потом никак физически не достучаться, то все равно. Пока Будда находится в мире, он проповедует учение, и вот это учение, оно является, эссенцией Будды. То есть, если ты являешься буддистом, если ты следуешь учению, то Будда всегда с тобой, и ты можешь с ним даже взаимодействовать и общаться. Но существует еще такая вещь, как пратьека Будды. Это Будды, которые, не интегрированы в буддизм. Странная ситуация, но да. Представьте себе Будду, который просветлился не благодаря пути, а, можно сказать, чуть ли не случайно. Ну или как-то так получилось. Он является не совсем полноценным Буддой, потому что он не совсем представляет, как у него это получилось, то есть всезнания у него нет. И, соответственно, он, как правило, не проповедует учение. Вроде как и Будда, а вроде как и непонятно что. Хотя интересно, что в джатаках есть описаны случаи, когда пратьека Будды таки умудрялись что-то проповедовать. Так что пратьека Будда тоже теоретически может быть объектом поклонения, хотя мне такие случаи неизвестны. Идем дальше. Дальше у нас Архат. Архат – это тот, кто уже просветлился, но не совсем до конца. Из круга перерождений вроде бы уже вышел. Вроде просветление достиг, но еще остается в этом мире и не вошел в нирвану. Архаты, да, конечно, вы можете встретить очень много статуй архатов, но с поклонениями архатами есть одна проблема. Они, они достигли своего просветления, но захотят ли они заниматься вашим просветлением, это очень большой вопрос, и вообще хоть как-то вам помогать. В Махаяне, например, считается, что по сути нет. Хотя некоторые архаты вполне себе являются объектами поклонения. Например, Пиндола, он же Бензуру в японском, достаточно популярен. Но значительно более популярны, чем архаты, бодхисаттвы. Бодхисаттвы – это тоже такие существа, которые уже достигли просветления, уже почти-почти вошли в нирвану, но потом оглянулись обратно, посмотрели, что как-то в одиночку входить в нирвану неприятно, нехорошо, и решили остаться здесь и помогать всем окружающим войти в нирвану. Бодхисаттвы – это одна из таких очень характерных черт именно буддизма Махаяны. И они являются еще какими объектами поклонения. Например, если вы походите по буддийским храмам в Японии, то вы заметите, что Гухонзон, то есть главная статуя, главный объект поклонения, это далеко не всегда Будда, это может быть какой-нибудь бодхисаттва.
Чаще всего это бывает или бодхисаттва канон, по-моему, канон чаще всего, или это может быть еще бодхисаттва джизо или кокудзо или кто-нибудь еще. Дальше у нас следует огромное количество всяческих сверхъестественных существ, которые тоже в какой-то степени задействованы в буддизме. Это и какие-то местные божества, это и драконы, и кто только не. Но из них я хочу упомянуть две категории. Это видья-раджи, они же мё, и это дакини, которые, по-моему, везде дакини. Итак, кто такие видья-раджи? Это перевод может быть как короли мудрости, владыки, просветления. В общем, очень я много всякого встречала. Это, как бы сказать, довольно гневные воплощения Будд, считается. Это одно из возможных объяснений, кто такие видья-раджи. Это очень сильные, суровые, высшие существа, которые являются защитниками буддизма и которые помогают бороться со всяческим злом. Ну, демонами, с одной стороны, и с другой стороны, если ты проходишь какую-то, например, эзотерическую практику, то вот все то, что у тебя внутри плохое, нехорошее, это тоже с этим помогает тебе бороться в виде раджа. Например, фудо-мьё, который является очень-очень популярным в Японии. Видья раджи тоже очень популярны в качестве объекта поклонения. Они, ну, как бы такой суровый вариант бодхисаттв, которые тебя, может быть, немножко другими методами на путь истины наставят. И следующие у нас мои, пожалуй, любимые дакини. Я очень люблю дакини. Кто такие дакини? Ну, изначально, если мы посмотрим сутры, то дакини — это такие демоницы, которые очень-очень любят человеческое мясо. Ну и вообще, они любят жрать людей. Но их наставили на путь истины, они теперь благоверные буддистки, и жрать людей они все равно не перестали. Но теперь они делают это более благочестиво. То есть теперь они в основном охраняют всяких благочестивых людей, но после того, как те умирают, то их уже можно и съесть. Правда, едят они вроде не мясо, а некую субстанцию, ну, что-то типа, я даже не знаю, можно ли назвать это душой, наверное, все-таки нет. Ну, в общем, то, что остается после человека, вот это они едят. Почему мне нравятся дакини? Потому что они остаются в некоторой серой зоне и являются такими... Ну, в общем, ты можешь... Они могут тебе очень хорошо помочь, а могут не помочь. И зависит это исключительно от того, какое у них настроение. Кстати, вот тибетская традиция, они как-то более такие благостные, такая воплощенная женская мудрость, а в японской они срослись с божеством Инари, которое является божеством плодородия и агрикультуры. В итоге на них наложились все те представления, которые бытуют об Инари. Там еще, кстати, каким-то образом Аматерасу задействовано. Ой, в общем, если вы хотите больше послушать про дакини, то просто ставьте лайк, пишите, и мы поговорим о дакини. Ну и, наконец, давайте спустимся еще ниже. И еще ниже у нас есть всякие реально существовавшие люди. Да. Это, конечно, всякие отцы буддизма, учителя, ну, не только отцы, но и матери тоже, конечно. Например, те, кто создал школу буддизма, они почитаются, им ставят статуи и им тоже молятся. Но это могут быть и люди, которые вроде не задействованы в производстве новых школ буддизма, но тем не менее оставили какой-то оставили себе хорошее впечатление после своей смерти. Самый интересный, на мой взгляд, случай — это случай монаха Хотея. Ну, наверное, все его видели. Это такой кругленький, пухленький, улыбающийся монах. Так вот, Хотей
был действительно, ну, скорее всего, он действительно существовал. По крайней мере, я натыкалась на исследования, которые говорят, что да, скорее всего, образ Хатея был таки основан на каком-то реально существовавшем человеке. Это был путешествующий монах, который обладал очень добрым нравом, всех любил, особенно детей. И считалось, что он приносит счастье туда, куда он приходит. После его смерти стали ставить ему статуи. И эти статуи стали настолько популярны, не только в Китае, но и, например, в Японии тоже, что они проникли на Запад, и одно время даже считалось, что изображение Хатея это, в общем-то, и есть изображение Будды, что, конечно же, совсем не так. Ну вот, кратенько про то, кто у нас может стать объектом поклонения в буддизме. Если вы знаете что-то интересное и хотели бы добавить, пожалуйста, пишите в комментарии, потому что, конечно, я здесь все не успела сказать. Ну, как-нибудь мы поговорим подробно обо всех. Конечно, особенно я хочу поговорить о Дакине. Ну что ж, пока-пока!